Че ты не проходишь там узко? Чао. Там нельзя пройти? А как они тут ходили? Привет. Ты хочешь наверх? Солнце ярко светит. Выше крыши. Еще выше. Такая металлическая, была бы она мокрая, была бы скользкая, да? Лестница. Да. Не каждый может решиться на самый верх, на самом деле, идти. Либо просто... А тут уже почти все. Тут уже фотосессия. Как-то слишком многие решили, что понятно. Сула, ласка, пожалуйста. Да. А тут все. Тут все. Тут больше места нету. Тут чисто обзор. Ну ладно, пойдем вниз. Ну вниз куда ни шло. Наверх совсем по-другому идти. Во. Чуть не упал. Тут конец, а? Самое сложное. Не кряхти. Ух. Бесконечная лестница. Да, у меня ноги трясутся. Начинается. Прикол. Это значит половина. А половина чего? Так, препятствие номер 148. Я уже заплачу. Бля, нам полностью. Смотри, копейки. Смотри, она полностью деревянная. Да, давай сожгем. Есть спичка? У меня тоже все мокрое. Оно хуй загорится. Я знаю. Как в вороге? Да, 15 евро, сука, стоит. 15 евро вход. В Лароку? Сюда. А, сюда? 15 евро? Да. Вход сюда? Да. Да ладно. Это все не так. Можно зачекать, там 40 крон подняться наверх. Там было написано 95-45. Надо зачекать еще внизу там.